Всем добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Многодетной семьи Тарантиных. Сегодня встала рано очень. Сегодня ночь плохо спала, если честно. Вчера что-то, видать, Ванька то ли перегулял сильно, то ли что. То ли опять болит, думает. Но сегодня ночью его рвало. Я сегодня из-за этого всю ночь не спала. И можно сказать, что вообще не выспавшись. Но это не такая уж проблема, как сказать. Оксана сейчас у нас моет посуду. Девочки у меня уже с утра немного прибрались. Сидят, кто чем занимаются. Кто чем. Света, ты свою койку, кстати, не заправила. А Ваня сел кушать. Так что вот такие вот дела. Ваня кушает супик, да, Ванюша? А Марина рисует. Сейчас я вам покажу. Мариночка кушает. Марина, тебя переплести надо. Ты что вся фломастер изрисована? Все лицо изрисовала себе. Под одеяльник сняла, хочу. Да, и ты весь изрисован. Под одеяльник сняла постирать, потому что Ваня его сегодня обливала. Да, Ваня? Ваня, сегодня плохо было? Сейчас Ваня супик гречневый ест. Игрушки тут себе наложил. Ваня, садись, ешь давай. Ешь. Ешь супик. На Света. А, Света, кстати, покажи руки свои. Руку покажи. Смотрите, как она делала. Наращивание себе сама. Но она сама себе делала. А вторую покажи. Вторая еще не доделана, поэтому вот так вот. Но она учится на себе делать. Оксана у нас моет посуду, а потом переплетаться будет. Сейчас Марину тоже буду переплетать. Ты поел? Молодец. Вкусный супик? Да. И довольный, да, лежит? Ну, полежи немножко, да. А Марина раскраску раскрашит. Покажи, какую раскраску. Вот такая вот. Ёжики. Интересная раскраска. На улице сегодня погода хорошая. Я уже с утра один раз постиралась. Надо сейчас белье идти снять и свежую стирку развешивать. Скоро лава будет. Прошу прощения, просто я не выспавшись, говорю, всю ночь не спала. Ну и занимаемся домашними делами. Всем желаем хорошего дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. У нас ребятишки гуляют на улице, но мы пойдем в магазин. На картошку-то что купить? Одуванчики уже есть. Вот листочки у одуванчиков надо нарвать и дать морской свинке. Не цветочки, а листочки именно. Нет, вот эти вот листочки, вот видишь, продолговатые, вот эти вот. Это и есть. Одуванчики, это надо нарвать и морской свинке дать. Сегодня тепло, поэтому дети раздеты уже бегают во дворе. Да? Да, опять уже вся лохматая. Ладно, а мы пошли за картошкой в магазин. У нас, ребята, на улице жара. Да, сейчас вечером жара, видите, какая вся красная. Но у меня, видимо, еще аллергия. Я попила чай молочный улун, не молочный улун, а с бананом. И я вся покраснела, ребят. У меня, видать, на него аллергия, больше пить его не буду. Нам присылали наши подписчики для Егора. Вот он все еще есть, я решила его попить. И видите, как у меня все вышло. У меня, видимо, аллергия. Мне надо сдать на аллерген. Потому что у меня на многое в последнее время я стала замечать, что бы я новое не поела, у меня выходит краснота на лице. Но не в этом суть, ребят. Отправила своих детей в магазин. Верите, нет? Отправила Катю с Машей в магазин. Они сами стесняются магазин, типа, поэтому приходится звонить по телефону продавщице. Спасибо большое нашим продавцам, что они понимают эту ситуацию. Но дети вот такие вот. У меня стесняется в магазин ходить. Но не в этом суть. Пошли в магазин первый раз сами, без мамы. Ванечка у меня сидит, смотрит мультик. Да, Ванюша? Ванюша, скажи привет. Привет. Привет, скажи, да? Ваня мультик смотрит у нас. Ты супик будешь кушать? Будешь? Разогрей? Хорошо. Пошла я, ребятки, супиком Ванечку покормлю. Муж сварил сегодня борщ. Так, сейчас я ложечку ему положу. И дам ему борщ. На, сыночка, супик. Ваня, видимо, у меня немножко приболел, потому что или же у него реакция на морковку. Они вчера ели все морковку тертую.
терли на терке с сахаром ели, а сегодня он у меня всю ночь, знаете, его рвало, я сегодня из-за этого вообще всю ночь не спала. С 2 ночи и до 8 утра я просто не могла спать, потому что он плохо спал. Он такое состояние у него какое-то было. И вот не знаю на что, или все-таки это на морковку у него, хотя они частенько так делают, морковку с сахаром трут, едят. Не знаю, в чем проблема, или же он у меня все-таки заболел. Но вот сегодня вроде более-менее. Я развесила белье на веревке. О, скоро уже высохнет. Сейчас знаете, вот что хорошо, то что белье утром повесил, сзади можно несколько партий постирать, оно на улице махом высыхает, это вообще классно, супер. И сегодня я снимала обзорчики на канал Влог Рукоделия. Вчера один засняла, и сегодня еще несколько засняла на канал Влог Рукоделия. Будет раз-два дня там выходить видео. Хотела, друзья мои, попросить, если кто рукодельница, подпишитесь, пожалуйста, на канал Влог Рукоделия. Ссылочку постараюсь оставить в описании. Потому что я понимаю, что зарплата у меня здесь никак. И я пытаюсь второй канал тоже развить. Если кто может, поделитесь ссылочкой в соцсетях. Может, кто-то подпишется, рукодельница, на мой канал. Будет тоже... Постараюсь там тоже снимать видео, выкладывать, так как у меня и дети вышивают, и я выкладываю. И вон сегодня мы со Светой вот эту вот сумочку достали. Помните, которую она выкладывала с стразиками? Она меня попросила еще заказать, ну вот я ей сказала, денежка будет, я ей закажу, но немножко другого формата. Она хочет как бы рюкзачком, но рюкзачком там в пределах 1000 что ли стоит. Вот не знаю, пока еще, ребята, ну вот она просит, ребенок просит. Ну вот не знаю. Но вот это вот она, ну, как бы сказала, будет летом носить. У нее цепочка, здесь все в комплекте лежит. Стразики еще не отвалились. Она пару раз ее уже одевала, носила. Как бы, ну вот, попросила ребенок еще. Ей понравилось выкладывать эту сумочку. И сама сумочка очень нравится. И стразики, кстати, вообще не отваливаются. Стразики хорошо, поэтому если кто заказывает с Алиэкспресс вот такие сумочки, могу рекомендовать, ребят. Но вот ребенок у меня, по сути, она аккуратно носит, поэтому я не могу сказать, что прямо совсем. Ну вот оно хорошо, но вот только то, что, знаете, я бы что бы заменила. Вот эти вот большие стразинки, вот видите, оно фокус не ловит. Они облазят. Очень сильно облазят. Я уже Свете говорю, давай попробуем покрыть лаком золотистым. У нас вот есть гель-лак, а потом топом. И под лампой все это высушить. Не знаю, получится у меня это или нет. Но потому что вот эти вот две стразинки, они прям вот одна и вторая, вот эти две стразинки. Вот они прям сильно, на них краска облупляется. А так в целом нормально. Короче говоря, ребята, достала я сегодня семена. А что я вам рассказываю? Я сейчас вам покажу. Так, я сегодня достала, у меня тут удобрение вот такое органическое лежит, еще целая пачка. И достала прошлогодние семена. Вот я не знаю насчет цветов, если кто-то знает, вот эти вот сейчас можно посадить еще или уже поздно. По идее написано 4-5 месяц. Вот видите по картинке, в землю просто посадить. Вот хочу посадить, тут бархатцы еще есть. И еще есть, сейчас покажу какие. Так, ну бархатцы, понятно, что еще можно. И вот насчет вот этих, вот если я сейчас посажу 4-5 месяц тоже, можно, по идее, посадить еще. Ну, вот не знаю, если кто знает, скажите, если я сейчас посажу, не поздно ли будет. И достала семена. Кабачки принесли уже, молодцы, девочки. Достала семена огурцы апрельские у меня прошлогодние. Кабачки у меня прошлогодние, еще кабачки. И огурцы тут разные. Вот есть зозуля и есть... Теща мне рекомендовала в том году подписчица. Буду скоро садить на рассаду. Девочки уже пришли с магазина. Молодцы, девчонки. Сбегали быстренько, взяли. Что они у меня взяли? Молодец. 685 рублей. Ну, хорошо. Так, ребята просили печеньки, поэтому, Катюш, держи. Печеньки взяли 2 пакетика.
А, три? Нифига вы. Ты сейчас там суп прольешь. Ворона. Потом я им говорила взять вот эту вот краковская колбаска, два рогалика. Они у меня любят такую колбаску есть. Вот взяли два штуки. И бутылку масла. У меня, ребята, закончилось масло и закончился майонез. Сейчас буду делать майонез, потому что сегодня муж сварил борщ. Сейчас сделаем майонез. Ребят, хвастаюсь. У мужа, как всегда, идеальный борщ. Многим подписчикам моим нравится, как у меня муж готовит борщ, что он у него красный. Он добавляет томатную пасту. У меня, по идее, навсегда на него изжога. Но я все равно люблю этот борщ. Так что вот такой вот вкусный борщ у меня муж сегодня сварил. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита!